И всем привет, с вами Дима. И что ж, хочу вас поздравить с праздником. Сегодня у нас 10 лет FNAF. По крайней мере, на момент записи этого ролика именно такой праздник. И я все-таки решил, что нужно стряхнуть пыль со своих старых фигурок FNAF. Это будет очень смешно для меня, потому что это буквально говно. Вот. Это Фокси. Для Пукси. Я их буду вот так ставить, выставлять, как в прошлом видео, потому что, блин, времени не хватит для фигурок. Да хириллион просто. Буду их не попад... Ну, как какие попадутся, такие буду ставить. Это у нас кошмарный Фокси. Вот. Сама фигурка, в принципе, неплохая для 200 рублей каких-нибудь. Или 100 рублей. Я уже не помню, за сколько я их брал, этим фигуркам уже тоже по 10 лет где-то. Ну, примерно. Вот. Дальше топ-лугай у нас идет. Вот такая вот. Они все уже пыльные, старые. Это трындец. У этих-то даже рук нету. Но у этих пока что есть руки. Вот такой вот Бонни. Боняша, стесняша. Есть и такие. Вот такой вот Бонни есть. А есть точно такой же, только весь исцарапанный, излепленный. Ну, короче, я игрался с игрушками, да? Я игрался с игрушками. По-другому никак не назвать. Ну, я и мультики пытался с ними делать и так далее. Но это было на другом канале. Еще до этого канала. Ну, а следующий у нас идет кошмар. А вот это уже хрень пошла. Да, это трэш с AliExpress. По-другому не назовешь. Ведь я их именно там и брал. Ну, а следующий у нас идет Спрингтрап. Да. Я не знаю, мне очень некомфортно их доставать и смотреть, потому что, блин, это уже мой канал в какое-то детское говно превращается. То есть, ладно, обозревать обычные фигурки. Там, по типу Тай-Дай Бонни и так далее. Но здесь это уже реально... Ну, это для детишек игрушки. А мне с ними тяжело расстаться, потому что FNAF для меня многое значит. Вот. В принципе, вряд ли меня этот ролик кто-то досмотрит до конца. Хотя кто его знает, я уже ничему не удивлюсь, что если кто-то досмотрит, тогда напишите комментарий помидор, если увидите этот, досмотрели до этого момента. Эннард. После Эннарда у нас идет обожженный, я по-другому никак не назову это, кошмарный Балумбой. Он прям буквально обожженный. Я... Это копоть. Что я с ними делал? Я вот как этот, забыл, как его звали. Тот пацан из истории игрушек. Судя по всему. Следующим у нас идет, видимо, мною покрашенный хэдкраб. Не помню, вот напишите в комментариях, как его называют. Короче, такой вот маленький крабик из FNAF World. Да, это в основном здесь такие фигурки будут. Хотя это игрушки скорее. Половина излепленная, половина искаженная. Короче, надо будет сделать еще один ролик. Это... Ну вы же меня попросили сделать на китайские фигурки обзор. Вот дальше идет марионетка. А, вот такой вот Бонни. Еще один. Здесь нету такого разделения как такового, потому что это все китайское, вот, все с Алиэкспресса. Все наверняка пахнет, если бы я запах чувствовал. Но я не чувствую запаха. Поэтому я мало могу говорить. Следующий идет вот такой вот Спрингтрап. Вот. Спрингтрап. Дальше идет вот такой вот. Ну вот это, кстати, прикольно. Вот эта фигурка прикольная. Такой вот Бонни. Типа кошмарный, типа сломанный. Вот я вам готовлю ролик про AliExpress, что сейчас там можно продается. Вот там будет трешня. Там будет трешня. Здесь, в принципе, все. Ну, обычные фигурки такие, дешевенькие, китайские. Некоторые плохо покрашенные. Вот. То, что сейчас продается, там это трындец. Да и эти фигурки сейчас я охереваю с их цен. Я не знаю, почему стоит... Вот иногда там целая партия по 3000, может
это кто-то прикалывается, и никто не серьезно не выставляет, но просто это трындец. Они... Вот это уже ни хера не стоит. Там, ну, может, конечно, вот за все фигурки продать там за 3000, за 5000. Но это за все фигурки, которые здесь стоят. Здесь банально из-за того, что пластика много. Дальше, я не помню, говорил, не говорил, вот такой вот еще один хэдкраб. Ну, этот крабик такой вот. Мозгоправ. Не помню, что он делал в Afterworld. Дальше у нас идет Golden Freddy. Я думаю, возможно, это видео вообще не выйдет. Я его записываю просто потому, что я больше ничего умнее не придумал, что записать ко дню рождения FNAF. Именно вот десятилетие, как. Я просто, вот те, кто посмотрит, те его скорее всего, пойму, что, скорее всего, это мои подписчики, которые на меня подписаны. Я вас люблю. Это дальше идет у нас такая вот кошмарная марионетка. Дальше пусть идет у нас Чика. А дальше у нас идет вот такой вот Фредди. Тоже обожженный. Тоже мне. Я не знаю, мне вот тут какие-то фигурки мне прям нравятся даже сейчас. Да, это дешевый пластик. Да, дешево покрашен, но более-менее аккуратно покрашен, от чего выглядит прикольно. Это при том, что я эти фигурки уже лет 5 уже не видел. Что они у меня тут в коробке лежат, так и лежат. Я сейчас решил с них пыль свести. Дальше идет у нас той Чика. Обычный кошмарный балунбой. А дальше еще смешнее. У меня реально, видимо, у меня, видимо, две партии этих фигурок было. Там, вот именно таких вот. Я про такую параллель. Что здесь таких повторяются у меня такие фигурки. И это забавно. Какие-то обожженные, какие-то нет. Каким-то, видимо, подвезло. Значит, Фокси подвезло. Либо я их потом почистил, а какие-то не смог почистить. Дальше у нас идет Мимино, марионетка. Уже вся краска слезла почти с ее лица. Чего она еще стремнее выглядит. Дальше у нас идет той Чика. Еще одна, только уже более хреновая. Да, у нее, видите, как все расплавлено. Дальше у нас идет еще один Эннард. Только уже такой черненький. Вот. Такой вот черненький Эннард. Дальше у нас идет Манго. Манго. Не знаю, кто этот ролик посмотрит, он реально скучный, но просто я по-другому не могу эти обзоры сделать на эти фигурки китайские. Это их очень много. Вот обзор на AliExpress можно сделать, а так, не знаю. А дальше у нас идет Бэйби. В принципе, достаточно прикольная игрушка. Обожженный Спрингтрап, вот вам не видно из-за тени, но он тоже весь, и камера, возможно, не передает, но он тоже весь... Ну да, вот видно. Грязный кавычки. О! Это типа Тангл. И это трындец какой-то. Это вот реально это я. Но я не верю. Ну это я, скорее всего, рисовал. Не удивлюсь этому. Ничего я докатился. Дальше это вот типа Фокси, типа еще одна Мангл. Очень упоротая. Думаю, я ее на обложку поставлю. Очень упоротая. Капец. Это капец какой-то. Так. Ну а дальше у нас идут два Федора. Я двоих поставлю. Да. Один такой более темный. Потому что я его обжег. Видимо, я реально хотел сделать своих Wizard аниматроников. Хотел, видимо, поиграть с пиццей. Я уже не помню, что я с ними делал. Вот. Но такие вот Федоренки. Федоренки. Охранник. И фиолетовый парень. Да? Два таких вот охранника и фиолетовый парень. По-другому я не могу про них ничего сказать. Просто вот такие вот фигурки. Игрушки. У меня три фиолетовых парня. Потому что вот раз, два. И где мы там? Три. И они абсолютно одинаковые. Это забавно. А, типа Фантайм Фокси. Даже хвостик приделал.
вот такой вот хвостик из пластилина очень. Ну, что-то пытался как-то улучшать. Что-то получилось. Она, конечно. Вот. Дальше вот такой вот фонтан Федор. Вот. С. Я ему сделал бонбоны из пластилина. Да. Но больше всего, видимо, досталось вот этой фигурке кошмары. Потому что она выглядит вот так вот. Это плод неудачной любви, видимо, кошмара. И скраб бэйби. Вот такие вот брелки. Вот такие вот брелки. Бонни, Чика. Ну, Чика, Бонни, Той Чика. И Голден Фредди. Мы их сносим и ставим последние фигурки. Давайте начнем с Чики. Это будут последние китайские фигурки. Они самые большие. А именно Чика, Фокси, Бонито, Голден Фредди и Фредди. Очень хреново покрашенные, но, блин, я эти фигурки очень хорошо помню, вот именно эту пятерку. Капец, они пыльные, грязные. Но я их оставлю в живых. Потому что я не энтай, который готов избавляться от всякого мусора. Вот. Ладно, ребят, видео и так затянулось. Надеюсь, вы удовлетворены тем, что я показал вам китайские фигурки. С вами был Дима. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока.